Привет, друзья! Приветствую вас на блоге MoneyDay. В данном видеоуроке я хочу рассказать, как зарабатывать деньги в интернете на Киви с телефона. Это попросил у меня один человек на YouTube, написал мне комментарий, Михаил, по-моему, попросил, чтобы я записал видео о том, как с телефона зарабатывать. Итак, ну для начала я хочу рассказать о том, как зарабатывать с Телеграма, потому что это самый простой на данный момент заработок с телефона конкретно. Все данные боты я оставлю под этим видео в описании, чтобы вы переходили и зарабатывали. Для этого вам всего лишь нужно зарегистрированным быть в Телеграме. Далее просто нажимаем «Старт» у вас будет. Просто я здесь уже давно, поэтому у меня старта нету. Нажимаем «Заработать». Нажимаем, допустим, «Подписаться на канал». У нас вот есть три вида заработка. «Перейти к каналу» нажимаем. Нажимаем «Join». Это то бишь «Подписаться». Возвращаем обратно. Нажимаем «Проверить подписку». И вот я получил 21 копейку. Вот мой баланс 9 там, рублей с чем-то. Нажимаем «Заработать еще» и далее, допустим, «Перейти к каналу» опять нажимаем. Не нажимается у нас почему-то. Ага, вот нажалось. Так, возвращаемся, нажимаем «Проверить подписку». Вот я опять получил 21 копейку. Ну и так далее. В общем, такие вот... Кстати, здесь есть еще «Просмотреть пост». Это... За это меньше платят, но зато на это уходит намного меньше времени. А, пока нет постов для просмотра. Ну, бывает такое, что вот пока нет заданий, но вообще они приходят часто и новые задания пополняются все время. Давайте смотреть далее, что у нас тут есть. Ну, остальные боты, я думаю, я не буду о них рассказывать. Да, вот есть еще... «Легкие деньги», бот, потом есть там «Заработок в Телеграм», я их всех оставлю. «Тегмо» — это тоже самый такой из популярных Телеграм ботов. Вот, и все их я оставлю под этим видео в описании. Ну, давайте идем далее. Как бы вообще с телефона можно зарабатывать на любом сайте, абсолютно на том же, как и с компьютера, то есть ноутбука, там неважно. Здесь все то же самое, просто вы нажимаете, вот допустим, на Waymail, да, знаменитый сайт, кликовый спонсор, нажимаем, допустим, письма и нажимаем «Просмотреть письмо». Здесь вот нажимаем на ссылочку, и у нас точно так же вот идет таймер вверху, мы его ждем, когда он заканчивается, тогда поступают нам деньги на баланс, так же как и с компьютера, все то же самое. Я не буду ждать, потому что это затянется на долгое видео. Давайте далее идти. Допустим, вот отзывик, допустим, да, здесь нужно писать отзывы, то бишь вот нажимаем, здесь нужно вот писать отзывы о различном, обо всем, что вы вообще знаете и не знаете, и на этом зарабатывать. По-моему, здесь за 1000 просмотров вашего отзыва вы получите 300, около 300 рублей. Вот, также здесь вот будет ваш баланс. У меня сейчас 15 рублей. Минимальный вывод здесь 200 рублей. Вот, когда будет 200 рублей, будут доступны выводы. Здесь можно выводить на Киви кошелек. После первой выплаты сумма снижается до 100 рублей. Так, ну в принципе, вот наверное, как бы все, что я хотел рассказать. Также то же самое можно и биткоины собирать, вот со всех там этих кранов. Также и в соцсетях можно зарабатывать, то есть вступать, ставить лайки там, добавлять друзей и так далее. То бишь вот такие сайты, как VK Target, VK Storm, да, самые такие знаменитые сайты, VK Surfing, Likes.rock, то есть это все доступно с телефона, есть мобильные версии, как бы без проблем можно это все зарабатывать. То бишь вот
ну, с телефона практически все то же самое, как и с компьютера. Да, естественно, немножко дольше. Понятное дело, что немножко дольше будет, потому что как бы здесь не откроешь, да, много там вкладок и не будет все четко работать. Вот, а на компьютере как, ну, естественно, все намного быстрее. Вот, но в любом случае круто ехать где-нибудь, да, там в транспорте в каком-нибудь и как бы клацать. Также RuCaptcha еще, да, знаете этот сайт, вот RuCaptcha. Тоже можно зайти и вводить капчу как бы без проблем, так же, как и на остальных сайтах. Все круто работает. На этом у меня все. Подписывайтесь на мой канал, если не подписаны. Ставьте лайки, дизлайки. Пишите комментарии, если что-то вам непонятно. Я запишу еще какое-то видео. Просто спросите о каком-то конкретном сайте, может, вам интересно. На этом у меня все. Удачи вам, больших вам заработков. Всего доброго.